Пиздец, нахуй, ребята. Сейчас поговорим опять про Black Ops Call of Duty. Сейчас обзор компьютерной версии. Это даже не игра, это порт сраный с Xbox. Причем это не порт, это вонючий выкидыш. То есть люди совсем охуели. Вот этот Black Ops — это апофеоз того, что на компе происходит, что игры совершенно портируют с Xbox или откуда там еще на комп, вообще не оптимизируют, а то и специально их затормозят. То есть пиздец, блядь. Я вообще, когда на Xbox прошел игру, там вообще там ни разу не меньше 60 кадров ничего не упускалось, графика была шикарна. То есть вообще, я думал, на компе будет идти-то даже лучше, еще в 3D графике, в 3D режиме. Какая тут нахуй 3D графика, тут, блядь. Тут такие тормоза и глюки, это просто пиздец, играть нереально. Я, во-первых, игру полдня запускал, это пиздец, просто 15 раз ее переустанавливал, да она не ставилась, то ошибку выдавала, блядь. Там все стер, опять поставил, из интернета загрузил, блядь. Еще она на английский язык, и вообще, если поменять, там она вообще не запускается. Еще надо еще рук, блядь. Но это не в этом дело, она тормозит-то, пизда. Там не просто не мало кадров в секунду, она реально раз в 5 медленнее, чем Modern Warfare 2 работает, хотя движок тот же. Там еще какие-то проседания, притормаживание в мультиплеере, идешь, она вот где-то скачками двигает. Блядь, такое говно, пиздец. Наконец-то добавили, не прошло 10 лет, поддержку нахуй геймпада, блядь. Ага, и при этом он, обратная отдача в нем не работает, блядь. Пиздец, нахуй вы его так добавляете? Вот что им стоило обратную отдачу включить уродом, блядь? Вот нахуй. Они взяли пиздец, блядь. Блядь, это пиздец. Блядь, это, блядь, это вообще, блядь, играть не. Блядь, все тормозит нахуй, блядь. И пиздец, уже народ воет там по всему миру уже нахуй. Что за хуйню выпустили, блядь, уже какие-то гайды выпускают нахуй, блядь. Как оптимизировать, нахуй, я нахуй, блядь, там. Час нахуй копался в настройках, тебе вручную, блядь, еще хуже в HDTE стало, блядь. Это пиздец, суки, они все срут на PC-платформу, блядь. Это, блядь, вот это вот самый вот апофеоз, блядь. Это то же самое, например, вот игра Front Mission Reborn, нахуй, блядь. Она на компе тоже, нахуй, какой комп у тебя не есть, он все равно у тебя, блядь, тормозит, нахуй, блядь, там 3 кадра в секунду показывает, так и это, блядь. Пиздец, блядь. Блядь, Xbox вышел нахуй, хуй знает когда, в 2005 году, блядь. И эта игра, блядь, пиздец, до сих пор графика, во-первых, на компе не лучше, в том же Black Ops. То есть, может, там текстуру побольше, там, или что там, но этого нереальной игры не замечаешь. Наоборот, даже приятнее смотреть, когда более реалистично, все такое, более низкого разрешения чуть-чуть. Ну, совсем это не наоборот, как фильм смотришь на Xbox. Даже по картинке на компе, ну, там, если даже делать разрешение, все равно выглядит хуже, чем на Xbox в более низком разрешении. Но главное, это тормоза, пиздец. Вообще там, какая там нахуй, там бета-тестирование никого даже не было, нахуй, блядь. Вхуячили, блядь, порт с Xbox, нахуй, блядь, и через, нахуй, блядь, эмулятор, блядь, присобачив к движку, нахуй, там, старые настройки, блядь, пиздец, блядь. А мультиплеер так играл вообще лучше, конечно, чем в Modern Warfare, то есть типа оружие такое, он как бы стреляет так помедленнее, так и более так круто стреляет, так, блядь, и обратную отдачу, сука, урода бы хоть оставили. Пиздец, было бы супер, блядь, вот смотришь, блевать охота, вот прям с первого, блядь, как бы тормозить все нахуй, блядь, как было хорошо на Xbox играть, блядь, и тут говно, все, пиздец, все в тормозах, блядь. Пиздец, вот, блядь, и чё мне настраивать же, ну, вообще, нахуй, того разрешения не поставь, нахуй, какие графики, вот, всё, нахуй, там, отключён, и всё равно ещё больше стало тормозить, блин. Пиздец, блядь, такая хуйня повсюду в компьютерных играх происходит. Совсем охуели, твари. Всем похуй, блядь. Да, этот пидорас, этот чёрт, пишет, он 71, а зону рот ещё говорит, типа, подождем выхода игры на компе и поиграем на ней без тормозов. Типа на Xbox там тормоза как будто были, блядь, а он вообще в Xbox раз в жизни играл, блядь. Вот да, он, блядь, ну сука, играй, блядь, урод, хотя тебе не все равно похуй, что ты в игры не играешь, блядь, ты нахуй их обсираешь по роликам из Ютуба, блядь, козел сраный, блядь.
хуйню несут, блядь, это же как Мэдисон такую же хуйню нес на своих обзорах, блядь. Xbox 60 тянет вниз графику PC, блядь, мудак, а? Типа PlayStation 3 не тянет, а Xbox именно тянет, блядь. Блядь, не несут хуйню какую-то, блядь. Только мы вам правду говорим нормально, все, что как есть, блядь. Потому что мы все игры, все приставки, нет, вот сейчас мы начинаем обзор игр для Nintendo Video. Уже в новой мобильной комнате, в другой, где уже система, все такое нормальное. Бля, пиздец, как же Call of Duty на Xbox круто выглядел, нахуй, просто на том же мониторе, почему я играл, на с тем же геймпадом играл. Вообще пиздец, просто переключал его с Xbox в компьютер. Пиздец, как там круто, так все быстро, пиздец, вот даже ни на секунду, там, ни из-за дыма, ничего, там, кадры не упали, там, вообще выглядит так натурально все, прям как будто фильм смотришь, CG ролик, пиздец. И как же убого тут все, а звук какой на Xbox, блядь, никогда на компьютере звука не будет, как на Xbox, блядь. Причем он у меня подключен через сраный этот самый, какой-то чип в мониторе, встроенный на наушники сразу с HDMI. Перекодирует. И реально трехмерный звук, блядь, и пиздец, блядь, ну компьютер, ебаный оператив, нахуй, блядь. Там никакого долбите, нихуя нету звука нормального. Да, эту Modern Warfare, они ее, похоже, убрали на эту хрень крутую, где сервера автоматически создавались, и сразу игры скажут, какая-то хуйня с выделенными серверами, блядь, на которую не зайти, нихуя, блядь, там полчаса на них заходишь, чтобы то они, блядь, молчат, то, блядь, они полные, нахуй, то вообще пиздец, там какая-то, нахуй, еще пункт появился, блядь, ранковая игра, блядь, вообще, я не понял, зачем она, блядь, и чем отличается. В общем, пиздец какой-то, нахуй, просто, блядь, этот, блядь, выкидыш, ебаный, сраный, выкинули, блядь. Блять, бомжам нахуй, блять, подачку нахуй, блять, типа играйте, блять, он нахуй, блять, сука, покупайте видеокарты еще, купите, блять, за 30 тысяч, блять, там, процессоры там за 60 тысяч, покупайте 8-ядерные, блять, типа, народ покупает, а все равно хуёво, они еще покупают новые, еще покупают, блять, пиздец, они этого не кидают, нахуй, сука, блять, пиздец, блять, а? Единственное, вот реально говорю, единственное, чем лучше компьютер играть, там только тем, что в 3D-режиме и все, блядь. Все остальное лучше играть, блядь. Ну, есть еще правда нюансы некоторые, например, на Xbox в Fallout там 10 раз можно сохраниться, а на компе 1000 там раз. А так все лучше, вот, блядь, на Xbox, это пиздец, уже там специально все уже оптимизировано, не надо тебе ничего надо выставлять, блядь, там ничего никогда не зависнет, блядь, не надо ничего инсталлировать, нахуй, блядь, я скачал болванку из интернета, все такое записал и, нахуй, играет, блядь. И сказать, конечно, блядь, если бы они сделали, нахуй, что не тормозит ничего, блядь, игра работает, блядь, как Modern Warfare первая, даже лучше, блядь, она должна, в принципе, работать, там же оптимизация идет, нахуй, как на Xbox, блядь. Там ресурсы те же, а графика только круче и быстрее становится, блядь. Знаешь, никто бы ебаный эти видеокарты не покупал, нахуй, по 4 видеокарты себе, нахуй, блядь. Там процессоры, нахуй, блядь, оперативная память, нахуй, блядь. Тут народ реально въебывает, блядь. Это сговор, нахуй, блядь. Это ничего не стоит, блядь, сделать, чтобы нормально работало, все быстро. Нет, блядь, нахуй, сделаем, блядь, нахуй, блядь. Ну или там в крайне сплачиваем. Я не думаю даже, что они патчем это исправят, блядь, потому что, блядь, пиздец, они... Они же все же продуманы, блядь, нахуй, твари, а? Блядь, Call of Duty вообще в вишке Quake 3, нахуй, блядь, был, по крайней мере, в первой части, блядь. Видимо, эти тоже недалеко оттуда ушли с последним движком, что там за движок-то, блядь. Хуй, пиздец, блядь, и... Вообще, нахуй, блядь, народ объебывает, суки, блядь, и... Суки, хуйню, блядь, сука, свою, нахуй, блядь, Steam, нахуй, да Steam, нахуй, блядь, нихуя не устанавливает этот Steam, блядь, ебаный, блядь. Сука, полдня вчера устанавливал, блядь, нихуя, блядь, нахуй, блядь, пиздец. А какой круче бонграфики можем, нахуй, говорить, нахуй, в наше время, ну, блядь, 2011 год уже, блядь, если, нахуй, до сих пор, блядь, даже игры, блядь, спорты с Xbox не работают, блядь, 2005 года, выпущенные, блядь, нахуй, пиздец, блядь, два кадра в секунду показывают, нахуй, блядь, а какой, нахуй, блядь, можно о чем говорить, блядь, нахуй, какой нахуй, блядь, пиздец, блядь, нахуй, пиздец, видеокарты, блядь, только хуячит, блядь, хуячит эти бесполезные, блядь, где тесселяция, хуизация, блядь, там разницы никакой вообще нету, блядь, сука, пиздец, народ объебывает, блядь, типа, придумывают самую, нахуй, хуйню и по ней другую хуйню делают, блядь, нахуй, сука, блядь.
Типа, дотягивать до выхода нового поколения приставок, блядь, чтобы потом еще, нахуй, блядь, все продать, нахуй, блядь, заново, блядь, нахуй. Суки, а? Суки, эти видеокарты, они, нахуй, блядь, стоят там один чип, нахуй, там, $15 этот процессор произвести по себестоимости, сука. Они по $600 продают эти видяки сраные, блядь. И, сука, пиздец, тварь, а? Ладно, в общем, читайте Бибараны, вступайте в церковь от Абдулы и добивайте Озона, потому что он уже на грани, он уже выпустил ролик, что уходит из обзоров по пьяни, а потом как протрезвел стер. Как Дока Умаров прямо, типа команда ему поступила другая. Ну, главное, что он на грани, надо бить, добивать контрольными Абдулями его. Пожалуйста, помогите нам, хотите, не вступайте в церковь от Абдулы, просто на него срите. Смотрите, чтобы утопить его, чтобы он не выплыл. Вот так вот. И давайте, я сейчас обзоры буду много делать, специально тоже вот, чтобы для этого дела, чтобы нахуй его из обзорщиков, блядь, урод, блядь. Пусть дойдет окончательно до него, если он, блядь, еще не дошло, нахуй, блядь. И совсем, нахуй, только, блядь, на пьяную голову доходит до него. Давайте, Аншалуль, Абдул, вперед за Абдулла верование, Бибаран, Абдулла Абдулиния, верование, поверование, все. Анш Абдул ТЧК. Ладно, и... Так, ладно, не одно, блядь. В общем, блядь. В общем, после того, как я его записал обзор там на диктофон, я уже разобрался в конечном итоге, как отключить лаги. Тормоза, опять же, остаются, и будут они всегда. То есть игра работает гораздо меньше даже, чем Modern Warfare 2, чтобы боевой народ, чтобы отключить лаги, чтобы там глюков таких не было, и что можно было нормально играть, просто вот хотя бы, то что надо, короче, сделать следующую вещь, там вот в списке игр в Steam надо нажать вот и отключить синхронизацию облачную. То есть надо к облаку, надо, чтобы оно выключено быть, и тогда все будет нормально, просто тормознутая игра будет. То есть будет тормозить, как больше Crysis, она... То есть это они никогда не уберут, вот те лаги они уберут, вот эту как-то опцию сами просто патч вы отключат, и клоуд синхронизация вот это. И скажут, мы все сделали, но игра-то все равно будет вся тормознутая больше Crysis'а и Modern Warfare 2, поэтому это ублюдки. Да, еще добавлю мультиплеер, он хороший. И игра просто полное говно по сравнению с версией Xbox 360. На Xbox 360 она шикарна. А тут какой-то выкидыш сраный сделали. В общем, давайте, Абдулите, Анша Абдульточка.